Уличное освещение в микрорайоне Потапово, ход строительства ЖК «Горизонт», подключение водоснабжения к будущему диализному центру. Актуальные вопросы строительного комплекса прозвучали на традиционном еженедельном совещании в администрации Щелковского района. В новом микрорайоне города Щелково сейчас решается вопрос о передаче на баланс муниципалитета сетей уличного освещения. По Потапову есть определенные трудности, связанные с землей, в связи с тем, что в залоге у банка находится земельный участок, на котором расположено уличное освещение. Ну, пришли к общему решению о передаче в казну как движимое имущество. В ближайшее время, я думаю, в течение месяца этот вопрос решится. Порядка 60 рабочих сейчас трудятся на строительной площадке ЖК «Горизонт». По словам застройщика, на следующей неделе объем рабочей силы будет увеличен. В целом работы продвигаются. Все инженерные системы у нас закрыты. ИТП изготавливается, проект согласован с теплоснабжающей организацией. Лифты 50%, 14 миллионов оплачены. Сейчас на данный момент застройщик показывает динамику, хорошую динамику. И мы предполагаем, что где-то в конце третьего квартала дома все-таки будут введены в эксплуатацию. Глава Щелковского района Алексей Валов отметил, что в ближайшее время запланирует проверку хода работ на объекте. Обсудили на совещании текущие вопросы строительства диализного центра. Представитель Щелковского межрайонного водоканала рассказал о технических особенностях присоединения коммуникации водоснабжения и водоотведения. Там небольшой перепад между участками. И возможно, что получится не осматичная канализация, но поздно. Пригласили представителей водоканала. Вопрос связан с подключением, техническим подключением. Ну, собственно, все на месте удалось решить. Проблем нет. И к концу следующей недели застройщик также получит технические условия по подключению к воде. Напомним, что строящийся медцентр будет рассчитан на установку диализных аппаратов «Искусственная почка», которые смогут принимать до 120 больных хронической почечной недостаточностью. Это обеспечит выполнение более 18 тысяч процедур гемодиализа в год и полностью удовлетворит потребность Щелковского района в этом виде медицинской помощи. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».